во времена расцвета британских сериалов на одной из главных съемочных площадок страны случилось страшное. Сезон 3, сцена 6, дубль 13. Еще Мерлин. Кто это сказал? Мерлин! Какого черта в Камелоте посторонние? Успокойтесь, Ваше Величество. Сейчас все уладим. Господа, вынужден просить вас покинуть замок. Еще чего? Замок закреплен за нами на сегодня с 9 утра до 5 вечера. Не горячись. Он прав, не горячись. Я ведь могу и колдануть. А ну попробуй. Дружище. О, мой галстук! Что вы себе позволяете? Верните мне галстук. Сейчас моя очередь его носить. Ах, так, он все равно безвкусный. Освободите Хогвартс, иначе я буду вынужден позвать профессора. Кого-кого? Потрясающего преподавателя, прекрасной души человека, великого волшебника, кавалера ордена Мерлина первой степени. Так. Вот с этого места поподробнее. Там какое-то голубое сияние. Пойду, проверю. А это у нас английский замок Шестерёжки. Какой замок Шестерёжки? Но сейчас, похоже, больше не принадлежит. О, так вы же те самые, знаменитые, как вас там? Кстати, кто вы? Ведь вы Бенедикт Камбербэтч, не так ли? Рад знакомству, я ваш большой поклонник. Где я слышал это имя? Определенно что-то знакомое. Ах, да, кажется, я вспомнил. Вы ведь пробовались на мою роль. А я тут как раз подумываю регенерировать. Не желаете ли стать новым доктором? Нет, Шерлок мой! Тише, на твоем месте мог быть я. Я ведь тоже пробовался на роль Ватсона. О, смотри, там король Артур, живая легенда. Я должен выразить ему свое почтение. А вы-то что здесь забыли? Вы вообще не BBC? Star Trek тоже не BBC. Правильно, скажи им, Сэмми. Они закопали Шерлока на свой корабль, а нам нельзя? Чем мы хуже? Не отдам! Я забираю его в Новую Зеландию. Господа, я попрошу вас остановиться. Когда на дальше раз не придется, хочу заметить, вдвойне не характерно. О, мой шарф. Может, решим самим? А тебя, Гарри, вообще не спрашивали. И галстук мой отдай. Да освободите же, наконец, мой Камелот! Авада! Я не позволю! Сэмми, прячься за мной. О, у вас тут типа большая драка. Типа разборки, да? Ну, расслабьтесь, господа. Я тут ни на что не претендую. Просто мимо проходил. О, мой трехнедельный чай. Стойте. Я знаю, в чем дело. Что? Я знаю, кто виноват в том, что все так запуталось. Кто? На самом деле вопрос глупейший. Просто подумайте логически. Ну же, вот вы, Шерлок, я знаю, вы можете. Тут и дедукции не надо. Вы, конечно, считаете, что это Уилл Грэм во всем виноват. Ну а кто же еще-то? Это же очевидно. Ганнибал, как ты мог? Я считал тебя другом. Даже больше, чем другом. Позвольте откланяться, господа. Труба, Уилл. Смотри-ка, что у меня для тебя есть. А в конце-то концов, какого черта? Этот вообще датчанин, он-то сюда каким боком? Покиньте мой замок. Авада. Прекратить.
что же вы все так орете? Не дали такой сон до смерти. А ведь из него могла получиться отличная серия Шерлока или Доктор Кто, или вообще какой-нибудь совсем новый сериал. Ну ладно. Что у нас тут происходит? Стоп! Ты! Ага, все понятно. Так. Вы двое. Следующим доктором будет Капальди. Не понимаю, почему вы еще не в курсе. Дэниел. Дэниел, ты опять забыл, что ты больше не мальчик, который выжил? Алан, вы опять потакаете его капризом? Этот проект окончен. Шагайте в будущее. А вы двое, кажется, слишком живы себе герои. Сэм. Дин. На самом деле вы не братья. Что? Ты главный. Честное слово, Сэм, я и сам не знал. Мне тяжело вам это говорить, но та серия, которую мы снимали позавчера, была последней. И сезон был последний. И это значит, что я должен вернуть вам ваши паспорта. Ну а ваши паспорта все еще у меня. Так что продолжайте. С того места, на котором остановитесь. Сцена 6.14. Ты во всем виновата. Ну я. И? Ты, конечно, моя внучка и все такое, но больше так не делай. Стар я уже для этих игр. Я фанатка, имею право. К тому же сегодня мой день рождения. Ну что с тобой поделаешь? Пойдем. Поможешь мне написать сценарий третьего сезона Шерлока. Как скажешь. Есть у меня несколько любимых планов.